Добрый день, друзья! Сегодня я начинаю небольшой проект по реставрации колонок Sony, которые попали ко мне в плачевном состоянии. В принципе, корпуса крепкие, косметические они пострадали. Колонки крепятся на своих собственных подставках. Подставки в хорошем состоянии, но требуют очистки и небольшого обслуживания. Грили, которые закрывают панели колонок, они были в абсолютно изношенном, истрепанном состоянии. Я удалил ткань, очистил грили от старого клея, ткань будет перетянута. И помимо косметической реставрации, колонки будут подвергнуты модификации, которая прямо повлияет на их звук. Как видим, динамики, кроссоверы и все остальное наполнение извлечены из старых колонок. Это все готовится и обрабатывается сейчас, ремонтируется, приводится в порядок. А я начинаю проект по реставрации корпусов и решеток. То есть это проект по реставрации экстерьера. Посмотрим, что получится.